О, привет! Всем в стриме, в чате, привет! Получилось! Вау, класс! Привет, Серега! Рад видеть! А что это привет. На стене такое интересное висит? Ты же видел конференцию? Ты же видел нашу конференцию 6 лет романтики, дружбы, любви как-то? Ты что, не видел шарики, фейерверк, тут шарики везде? Все в гирляндах, банкет же был, вкусная встреча, как что, шарик, ну, 6 лет. На видео. Мы надували шары из Тайсон Карат. Тут все в гирляндах, в шарах. Вкусная встреча 6 лет. Аж до 9-го висит и ничего, короче. А буквочка там... У меня целый год висит... У меня 5 лет было в том году встреча, до сих пор шарики не сдулся. И даже шестерка не опустилась и не сделалась девяткой. С того года еще 5 лет шарик не сдулся. Вау, ничего себе. Значит, крепкая дружба. Целый год. Такая крепкая дружба, целый год. Не сдувается. Целый год даже не сдувается. Целый год. У всех все сдулись шарики у нас. Вообще классно. Да, ну спасибо, получилось. Что нам показали, как вы там отпраздновали. 9.09.2024 год. Получился совместный стрим. Да, рад видеть тебя. Видишь, как все просто. Я вам буду салатик готовить. Болгарский перчик, домашние огурчики, помидоры розовые домашние с огорода. Это перец болгарский красный, шикарный. Огурчики, помидорчики, молоденький лучок. Сейчас буду готовить салатик. Какая вкуснотища будет. Вот такие помидоры у меня шикарные. Домашние. Крупные помидоры какие домашние, розовые. Да, вижу, вообще чудесные, салатные, да, такие. Я еще хочу аджику приготовить домашнюю. Купил чесночок, чеснок купил, болгарского перца намыл, помидор намыл и купил ящик жгучего красного перца. Да. Как ты не знаешь... А это стрим не может одновременно транслироваться у тебя и у меня, не может? Может, но мне нужно активировать там регулятор, и тогда будет возможность такая. Ну так активируй, чтобы и к тебе зрители, и ко мне пришли, чтобы у меня тоже был одновременно стрим. Активируй, там значок надо. Смотри, какие перцы. Смотри, какие я перцы купил. О, стручковые такие, длинные. Огненный бараний рог. Вон какой, ящик перца. Представляю, какие они это, жгучие. Огонек. А как, чтобы был совместный стрим? Ну, надо мне там ползунок пересунуть, и тогда активируется функция. О, теперь у нас это самое, широкий экран, типа. Ты вот так перевернул, да? Поворот экрана. Сейчас, а как мне, чтобы совместный был стрим? А я, кстати, уже хотел заканчивать, но раз ты вошел, давай это самое, пообщаемся. Где наши зрители? Всем привет. Весь YouTube такой, может видеть нас. Вот такой у меня тефаль, такой у меня блендер тефаль. Будем блендерить аджику будем. Томаты, острый перец, красный болгарский перец, томаты будем и чеснок блендерить в блендере. Пюрировать, да. Вот это слово. Да. Сейчас я буду салатик готовить. Ну, как же сделать, чтобы стрим был совместный? Надо приготовиться. Просто я сейчас не готов это самое. Это ж я на твою публику выйду. Это ж у меня на канале. Это как бы... Это совместный стрим у тебя на канале. А если бы...
Можно одновременно делать стрим. У тебя он транслируется, мы вдвоем. И у меня транслируется, мы можно, вдвоем. Я знаю, как там ползунок, только надо активировать. Так ты активируй ползунок. Так ты прямо сейчас хочешь? Конечно, будем готовить аджику, будем кушать вкусный салатик, пивасик. Я тебя угощу. Это что там? Это ж надо следить за своим языком, это ж на второй канал будет это самое, транслироваться. Как что-то взболтну. Ничего лишнего. Буду делать домашнюю аджику. Вот как вот эта аджика, то я буду домашнюю делать. А, это с магазина, да? А я буду делать сейчас домашнюю, да. Ага. Я, кстати, подготовил уже такие баночки, я намыл. Ну, чистые баночки, типа. Помыл помидоры, болгарский перец, еще надо острый перец помыть. А я еще ничего не кушал, пора уже покушать. Ну, давай. Да-да, приятно. Всем зрителям в чате Вована привет. 9.09.2024. Компотик, лимонад. О, компотик наш пьет лимонад. А еще можно поделиться трансляцией, чтобы к нам сейчас все пришли. Я уже поделился с Тайсом Карат перед выходом в стрим, но не знаю, как поделиться. Можно третьего пригласить. Шестеро – это максимум. А если аккаунт оплатишь, то можно и больше пригласить. Не, ну в стрим сейчас кто придет? Можно просто пригласить, чтобы пришли зрители на просмотр. Понимаешь, это утренний стрим, мало кто приходит. Всем привет, Паша на работе, Серега на работе, Хансумени, привет. Утром люди идут на работу. Так, а ты чат читаешь, Дамба, ставьте лайки, зай. Да, я ему сегодня ключик дал, он сидит на моем стриме. Я сказал, если ты модератор, значит, должен сидеть на стриме и следить. Вот он и выполняет. Модератор Дамба, приглашай по ссылочке прямой эфир своих друзей. Прямой эфир. Макс, привет. У нас Макс. Еще он с России, с набережных Челнов. Я знаю. Но он за Украину. Как ты знаешь? Я знаю, я ж видел. На канал стриме. Я знаю, да. Макс же был в других стримах. Ну, в твоем стриме предыдущем. А где Серега Бигмен? Вчера заходил, он тоже мой модератор, и он уже отработал. Он вчера отработал. А я вчера, у нас конференция была с Тайсом Карат, с Пашей, с Серегой. И вчера. А где я был? А что меня не? Ты, наверное, в стриме был. А, в натуре. У меня же был марафон 6 часов. А у нас... У меня трэш-стрим был. Это надо было видеть. У меня вчера пришла посылка с Америки. И я вчера делал обзор не в Ютубе, не в ТикТоке, а в конференции. Ага. Я же делал... Это какая-то твоя поклонница что-то прислала, да? Нет, это с сайта. С Алиэкспресс. С тему. Сейчас очень крутой сайт, тему. Покупай как миллиардер. И там даже можно выиграть $100, $200 за первый вход. Можно купон на 8000 выиграть. Можно заказывать любые товары с большой скидкой. До 80% даже есть скидки. И первый товар тебе может быть бесплатно. Это. И я заказал 3D-панели. Я буду ремонт же мы с Пашей делаем на кухне. Я заказал такие 3D-панели. В виде кирпичика у меня будут стены на кухне, 3D-панели, самоклеющие 3D-панели. А что я вышел сейчас? А меня не видно. Ты что-то нажал? А, тут я просто эти самые режимы смотрю, какие тут режимы. А вот видишь, окно в окне. Я типа главный стример, а ты внизу.
Так меня не видно в телефоне. Ты сделай, как было. Тут у меня вообще три режима. А что у меня маленький экран, а у тебя большой? Я в маленьком квадратике, а ты в большом. Ты можешь увеличить мой экран, чтобы было пополам? Половинка тебя, половинка меня. Потому что я создатель. Нет, я же как бы в маленьком квадратике. О, вот так вот, да. Так меня хоть видно, шарики? Да все видно, такой хороший. Всем привет, ставьте лайки. Всем привет, ставьте лайки. Делитесь трансляцией с друзьями. Заходите и пишите комментарии. Ну нажми галочку, чтобы я тоже попал в свой стрим, чтобы два стрима одновременно. Это так очень легко. Там просто нажать галочку, чтобы запустился и мой стрим. И тогда будут два стрима одновременно. Понимаешь? Дамба пишет, школа ад. Максим пишет, я прогуливаю школу. А, что, у нас школьники? Это в прямом... Ну да. Поделиться надо трансляцией, чтобы к нам пришли. Может, Тайсон Карабин идет. Ты сказал, что ты уже поделился. Только с Тайсон Карат поделился. Паша на работе, Паша, привет. Серега на работе, Серега, привет. Ну, это, понимаешь, утро мало кто придет. Но я могу... Уже обед. Мы можем потом этот кусочек стрима вырезать и как обычное видео выставить. Я могу вырезать? Да, любой. Всем привет от Серёги Днепровского, привет всем от Вавана с Киева, да? Так? Тебе нравится больше, когда имя Ваван или Владимир, или Вова? У меня ребрендинг, я Бобби. Бобби я вышел на международную публику, потому у меня... Бобби Кук. Да. А то все читали меня... Боба. Не Вован, а Боба. А тебя как называть? Вован? Тебя назвать Вован или Вова? Ну, давай, как тебе удобно. Мне. Ну, Вован. Ну. Не принципиально. Какие сочные помидорчики. Они просто тают во рту. Они домашние. Знаешь, люблю помидор сочный такой. Он розовый, домашний аж сок. Течет. Вот такой бы сделать томатный сок с розовых помидор домашних, с огорода только. Они такие красивые, сочные. А я сливку пущу на джинку. Сливка по 25 гривен. Сливка по 25 гривен. А розовые помидоры по 55, а сливка по 25 гривен. Я на джинку пущу все-таки сливку. А ну, какую я рукавичку купил? Лайфхак. Если не тратиться на пакетик, заходишь в супермаркет в позе, берешь рукавичку и в каждый пальчик набиваешь чесночок. А потом на кассе говоришь, пробейте мне чесночную рукавичку. И они пробивают. Вот, я взял, да, по 139 гривен, чеснок уже не по 200 гривен, а по 139. На 33 гривны я взял чесночную рукавичку. Всем привет. Ставьте лайки. Ставьте лайкосики. Ставьте лайкосики. Я всегда смотрю твои видеообзоры с Фози. Твой стрим принесет популярность. Заходите в повторе, смотрите. В прямом эфире два друга, два стримера, два блогера. Зайки, ставьте лайки. Кто будет смотреть в повторе, пишите комментарии, пишите свои впечатления. Если хотите, чтобы у нас еще было с Вованом повторные стримы, то давайте каждый наберет, ну, проставьте 100 лайков Вовану. Да, 100 лайков. Ну, это с фантастики. Если мы наберем 100 лайков, мы выйдем еще выйдем в прямой эфир в другой раз. Ну, ладно, ребята. Я хочу, чтобы чтобы у меня тоже запустился стрим Вова. Ну, нажми эту волшебную кнопочку, эту галочку, подтвердить дублирование стрима. Ну, ты знаешь все. Ой, ну, хорошо. Сейчас. Ну, давай, чтобы мы вместе... запускаем тур, этот, как его, марафон круглосуточно. Это меня уже стимулирует. Знаешь, если я сам веду, то как-то все просто, а если уже двое, то уже знаешь, как... У тебя стрим наберет,
У тебя стрим наберет популярность. Это будет такая у нас коллаборация. Я уже так напрягся, вот, когда ты появился. Коллаборация. Совсем... Если, допустим, понимаешь, у нас идет стрим, чтобы и у меня на канале шел одновременно стрим, и у тебя. Если тебе надо отлучиться, там, ты понял, по каким-то делам, там, в апартаменты, раз, а второй соведущий поддерживает стрим. Мне надо там отлучиться, ты, а стрим можно вести круглосуточно. О, ну давай сделаем это эксперимент. Короче, ребята, ну, сейчас... Ну давай, поставь галочку, чтобы у меня запустился стрим. Сейчас я оставляю Серегу Днепровского с вами, сейчас я отойду на минутку. Ну только ты ж поставь в компьютере чи в планшете галочку. Это, уважаемые зрители, канал «Прямой эфир». Ну все, я вернулся. Ты поставил галочку? Не, не поставил. Юрий Лайф что-то пишет. Вован, дивись Вайбер. Привет, Юрий Лайф. Юра, привет тебе в Киев, с Днепра. И в Вайбере тебе Юра написал. Посмотри. Вован, поставь галочку. Не хочу. Давай. Да я позорюсь на твоем канале. Еще наоборот. Мои зрители к тебе придут. У меня 10 тысяч просмотров было в предыдущем эфире. Нажимай, ты отлично, отличный стрим, отлично выглядишь. Красивая картинка, красивый фон, красивая речь. Давай, чтобы у нас совместный стрим был. Сейчас я посмотрю, что Юрий Лайф от меня хочет. Я... Тем более у нас, тем более у нас общие друзья и общие зрители. А еще придут... У меня на стриме было 10 тысяч зрителей. Юрий, присоединяйся, короче, и все остальные. Вова, ты понимаешь, что если ты добавишь мой стрим, чтобы у меня был стрим, то ко мне сразу придут 10 тысяч человек, значит, одновременно придут и к тебе. И именно это было в дневное время. Ко мне пришло 10 тысяч было просмотров. На стриме было... Ну, круто, круто, что столько людей пришло. А, кстати, музыкальное настроение... Просмотров было 10 300, а одновременно на стриме было очень много людей, может, человек 100 было. Ко мне вчера приходил Влад с Праги, с этой. А, Прага, привет. А где наш друг Влад? Он мне писал, что у него мобильная связь пропала в Запорожской области. Так он сейчас, у него там жена была. Ну, я знаю. Так он сейчас не в Запорожье, он говорит, что в Праге живет. Кто этот? Музыкальное настроение канал. А, я за другого говорю, за Влада Запорожье, который пополнял. А, Влад, спасибо ему огромное, вот видишь. Я говорю, ты не знаешь, где он? Он тебе не писал? У него интернет... Не писал. А, ну все. Просто... Всем приветики. Давайте поставим лайкосики, напишем комментарий. Вова, нажимай вас в волшебную галочку. Сейчас, Юрочка. Да, блин, у меня уже это самое... Мандраж. Уже очень все хорошо. 9.09.2024 год. Это первый наш совместный стрим, и у нас все получилось. Да. Давайте, друзья, пишите. Итак, мы... Сейчас к нам очень много людей придут. Юрий, короче, выключай камеру, оставляй микрофон и скажи все, что ты хотел, все, что ты там написал в чате. Так, обязательно, чтобы у нас на стриме, чтобы обязательно у нас на стриме был чесночок. О, чесночок, есть чесночок. Да, чесночок у нас должен быть на стриме всегда. И лучок. Это наша защита, да. И... А, я видел твой болгарский шикарный перец, ты привез шикарный. Ну, ты молодец, картошки накопал, зимой будем с картошкой, я привезу домашнюю консервацию, аджику. Подожди. И к нам присоединяется, короче, Дамба. Макс? Вот. Дамба.
Дамбу как зовут? Макс? Я забыл. Ай, блин. А где фазенда Макса? В качалке. А, да, он в качалке в Инстаграме, я наблюдаю. Ой, я не ту кнопочку нажал, извиняйте. А Макс был донатером. Макс мне донатил. Потом певец, который поет, вот это Ваня, Иван. И Макс — это донатеры мои, они донатили мне донаты. Класс, когда я песни ставил на канале «Сегодня по романтик» дискотека, мне фазенда Макса донатил и Ваня, который поет на гитаре. Иван. Ну, повезло, а мне американцы донатят. Американки. Такой у меня чесночная рукавичка. Дын-дын-дын-дын. Ага. Лайфхак. А это как человечек, получился как человечек. Вот ножки, ручки и голова. Лайфхак — экономить деньги. Покупать в рукавичке. Ножки, ручки и голова. Сейчас еще надо вот тут перчиком глазки сделать. И болгарским перцем ротик, такой чесночный помидорный человечек. Вова, я ж тебя попросил, поставь галочку волшебную. Сейчас, Юрий, я представлю, что там Юрий пишет. Потому что совместный стрим намного интереснее, чем я сейчас отдельно выйду в стрим. Я ж хочу у тебя быть в стриме, а ты у меня. А это с нами общие друзья. Зайки, ставьте лайки. А, ребята, я тут-то заметил. Мне тут подсказали. Дамба. Слава кому? Слава Богу и слава захисникам. Слава Украине. Слава нации. Слава Богу, слава захисникам, нашим защитникам. И врагам. Правильно? Нет, давайте не о политике и не об этом. Давайте о вкусной еде. Смотрите, какой салатик сейчас будет. У меня чат пропал. Вкусный. Да, это же домашнее, все как ты любишь. Помидоры, болгарский перец, огурчики, домашний лучок, чесночок, подсолнечное масло пахучее. Да, я так люблю. Почему так? Ну что, Вов, давай, не тяни резину, добавляй. А, еще я буду добавлять петрушку и укроп. Петрушечку я купил, я сушу на зиму петрушку. Я купил 3 пучка петрушки, вот такие огромные пучки. Я мою петрушку, потом сушу на полотенце, а потом нарезаю мелко и сушу на зиму петрушку и укроп. У меня классная петрушечка, такие пучки большие. И у меня еще и этот, как он, по 200 гривен килограмм укроп. А ты как, в блендере это самое перемеливаешь? Нет, я не делаю, как вот укроп солью перетирают или блендером. Я петрушку мою, сушу на полотенце, потом отрываю каждый листочек от петрушки, чтобы без палочек этих было. И мелко-мелко нарезаю, потом сушу укроп, сушу петрушку и укроп, и в контейнеры складываю, потом добавляю в супик, в вермишельку, в супик, в жаркое. Да, целенькое такое. Я сушу. Я не перебиваю блендером, не замораживаю и не перетираю соли, как бабушка у меня во Львове. Вкусно укроп с солью делала во Львове. Это, ну... Это там вообще укроп... все любят солить. Вот когда меня угощали там варениками, они их так пересаливают, что ужасно просто. Ну, во Львове еще очень вкусно бабушка готовила тушеную капусту в сметане. И вкусная камбала была во Львове, я помню, с детства. И тушеная капуста именно в сметане. Это очень вкусно. А, и еще, да. моя бабушка всегда готовила. Она с Львовской области как раз это. У меня со Львова. У нас квартира во Львове была на Люблинке. Да, так, короче, она тоже готовит такую капусту в сметане. Так вкусно. Да, это на Западной Украине любят готовить тушеную капусту в сметане. Даже не тушеная она типа притомленная такая, не желтая. Томленая, а да. Зеленая. И еще во Львове, да, и во Львове любят топленое масло. Раньше покупали вот такие куски масла сливочного, настоящего, натурального. И топленое масло растапливали в литровые банки. Потом везде в блюда добавляешь топленое масло. Вот это я тоже помню с детства. Ага. А, Юрий, смотри, Дамба, смотри, что Дамба написал теперь.
Так что все в порядке, все в порядке. Вовочка, добавляй галочку волшебную. Ну, сейчас подожди, может, оно в осенне подействует. Да надо попробовать, я же хочу совместный стрим. А что ж будет два стрима по отдельности? Хорошо, жму галочку и смотрю, что будет. Ну, конечно. Может, такой совместный стрим, это войдет в историю Ютуба. Ты хотел сказать в аналы? Я хотел сказать, но промолчал. Я прямо про тебя скажу. Может, всякое случится, короче, может даже выбить. Ну, попробуй. Нажимаю. Пробуй. А как мы это увидим, что у меня тоже стрим? Ну, давай попробуем. Короче, смотри. $16. Короче, 16 на 2, сколько там? Давай, сейчас купим. Аккаунт. А что там бесплатно? Разве бесплатно нет совместного стрима-то? Ну, есть два. Есть, это деда делал совместный стрим еще 5 лет назад. Это есть дед Евгений, а есть это деда, у деда. Ну, не знаю, короче, блогер популярный, он делал уже давно совместные стримы, так прикольно, по 5 человек было в стриме. Короче, не выйдет. Ну так, чего, нажимай волшебную кнопочку. Короче, $16, готов это самое вложить? Нет, где наши спонсоры? Задонатьте нам, пожалуйста, по $15, чтобы мы могли сделать совместный стрим. Да. Тогда карточка в описании Вована от банка и у Сереги тоже. Есть в гривнах, есть в долларах, есть в евро. Донатим Вовану на карточку, друзья. У меня в гривнах, а у Сереги в евро и в долларах. У меня в гривнах, в долларах и в евро под каждым описанием ролика и в описании канала. Но это только для украинцев. А специальная ссылочка на донат Alerts для всех стран. У тебя, донатьте Вовану. Да. А мне надо тоже поставить одну Alerts. У меня нет Alerts. Нет. У тебя есть PayPal? PayPal. А вроде бы у тебя было. PayPal. У меня был донат Alerts, а сейчас же недоступен донат Alerts. Ага, вот оно что. Мне Иван и Макс, Фазенда Макса донатили на донаталерс. Уже нет донаталерс. Вот, я нарезал зелень. Теперь мы ее шинкуем в салатик, зелень. Мелко шинкуем. Витаминчики. Укропчик. Укропчик и это. Ну что, попробовал ты? Давай попробуем. Ой, крупный план, артиста показали. Ой. Да, можно и так. Да. Ну, я понял, тебе больше нравится такой план дальний. Да, вот такой. Вот шарики. Ну что, добавь, ты попробовал добавить? Ну, попробовал $16. Что, серьезно, предлагает только платно? Да, но зато 6 человек бесплатно можно присоединить. Не, ну давай, потому что я уже завелся, хочу прямой эфир. Так, где мои донатеры? Ну, спроси у зрителей. Так, пожалуйста. А сколько человек? Присылайте мне на карточку гривны. Можете, кто с другой стороны, через MoneyGram. Уже с Америки присылали, с Турции присылали. Все работает, приходит как часы. Ну что, давайте сделаем совместный стрим. Никак. Только если программа YouTube на наших мобильных. Тогда два канала. На этом сайте ж Рестрим, есть такая настройка, что это активировать это одновременный стрим.
Так я вот нажал, говорит, оплатите тарифный план. А там ты пропускаешь оплатить и нажимаешь, окей. А ты откуда знаешь? Ты что, уже юзал? Ну, я способный. Там можно нажать галочку «Оплатить», но тогда будет можно добавить аж 6 участников стрима. А если только 2 человека бесплатно, давай. Два монтс фри, пишет. Ты прочитай, там на английском пишут. Это ты можешь, это если добавить расширенные преимущества до 6 участников стрима, это если платно, одновременный стрим. Ты пропускаешь, не ставишь галочку «Оплатить», вот это платное, а ставишь бесплатно, 2-2. Но все равно, друзья, донатим. Будет вкусно и интересно. Донатим. Да, Вовану на карточку донатим. Давай, Вова, нажимай. А я смотрю, лучше уже купить за $40, тогда вообще там будет супер классная... Вова, там есть... Там есть бесплатный вариант, нажимай, пожалуйста. Давай ты свой стрим запустишь и вот так все сделаешь, как ты говоришь. Посмотрим. У меня же не скачано приложение, вот это рестрим. Так это не приложение, просто нужна регистрация. Но это все время. У тебя уже все настроено. Так, не дави на меня. Вот нажимаю Select Plan. И что, 3 дня? На 3 дня или что? Нажимай, там есть бесплатная версия, пробные эти. Нажимай. Не стесняйся. Ой, бля, что ты нажал? $190 сняло. Оно не снимет, пока ты не напишешь карточку и код, ничего не снимет, не переживай. Убери вот эту галочку, точка там. Там идет не галочка идет, а точечка такая синенькая. Ну все, я видел. 2 months free, типа 2 месяца free. Это от меня, не надо. Там есть бесплатно. Но есть промокод. А где этот промокод найти? Надо вставить промокод. На первый стрим дают, тем более, бесплатно. Там. У нас это же первый совместный стрим. Давай. А что ты меня отключишь? Все правильно. Вот так. Промокод. Ну, дегустируем салатик. Всем приятного аппетита. Мукбанг. Давай ты у себя регистрируешься и так сделаешь. У меня пишет, оплати 190 и будет бесплатно 2 месяца. Как-то так. Мукбанг. Начал Мукбанг и ушел. Ну уже, может, оставайся. Оставайся в кадре, может, уже. Где я? Меня не видно. Ну я тебя убрал, ты ж ушел с кадра. Я за солью пошел посолить салат. Сейчас я новые режимы попробую, может, так, чтобы тебя вывести. Ты представляешь, сколько у тебя, сколько придет трансляцию смотреть в повторе, когда ты напишешь название трансляции, совместная трансляция с Серегой Днепровским, понимаешь? Ага. О, еще вот так можно вести. Смотри, прикольно. Угу. Так это с телефона можно это приложить. С телефона можно зарегистрироваться и выходить в прямой эфир. Не с ноутбука. Ага. Донатьте. Вот ссылочка, донатьте. Вот. Можно запускать стрим, вот это приложение Restream с телефона. Да. Так как регистрация, можно. Что там надо, что там нужно писать в регистрацию? Вот как зарегистрироваться? Лучше... Ой, а что оно? Блин, что ты уже понажимал?
не видно твоего желтого тазика. Я ничего не нажимаю. Солнечного. Сейчас, ну. Вот так вот. Сейчас я верну. Снова за солью пошел? Или это уже нет, за... я хочу взять бутерброды для всех участников стрима с сливочным маслом и с моим любимым сыром Маздам. Ага, круто, круто. Хорошо. Я так люблю этот сыр Маздам в дырочку, который. Дырочку. Это со шведской... Это самое прислали. Работа. Это вот такое сливочное масло, полкило. Со шведской фирмы тебе пришло прямо. Я люблю такие бутерброды с сливочным маслом и сыром Маздам. Швейцарский сыр. Да, Маздам. Да, да. С дырочками, мой значит, любимый, швейцарский. Мой любимый сыр. Так, смотрят ну тролли. Так, а кто с нами? Пишите. Так, кто? Юрий. Юра, привет тебе. Сейчас привет. Надо... Артем Киевский Лайф, привет. Артем, кстати, тайно заходит. Тайно заходит. А где Натали М? Так вчера я ее выгнал. А чего? Не, по-другому. Я ее не выгнал. Я просто сказал, хочешь здесь находиться, будь. А если хочешь уйти, уйди. Ну, она пожелала мне удачных стримов. Ну, пожелалась хорошая. Так, подожди. И больше не появлялась с этого канала. Так, у нее три канала. Перчик душистый, перчим. О. Перчик, так. Ну что, ты добавляешь меня? Оплатить надо, я что, спонсор? Надо вызывать спонсора. Ну вот, покажи мне, что там нажимать. Давай, и я буду нажимать. Я не знаю. $19 надо. А лучше 40. Друзья, давайте задонатим, чтобы у нас был совместный. Надо вызывать эту самую Америку, чтобы донат прислали на MoneyGram. Кинули на MoneyGram. Ну что, мои хорошие, донатим. Донатим. Где Кирилл? А где Кирилл? Кирилл, привет. Заходи на стрим. В прошлый раз Кирилл был на стриме. Да, у него такая зеленая аватарочка. Наверное, спит, это еще утро. А. Какое там время, не знаю. У них. Ай, Санкара, ты где? Привет, приходи к нам. Я уже на втором канале там пропиарил свой стрим. Может, один наш Виталик из Германии, привет. Лидочка Берлида, привет. Не-не, Берлида тут не появится. Не-не. Виталик Скис, привет из Германии. А, Виталик вот. Германия. О, был на его стримах. Я тоже с Юрой у него на стриме. Ага. Так, ну что? А крестик у тебя золотой? Серебряный. Это серебро. Золото. Это мне брат подарил. Это серебро. Угу. Это серебро. Угу. Так. Ну что? Я говорил, ты придешь? Кто придет. Ты придешь ко мне на стрим? Ты можешь вести свой стрим, а прийти на стрим мой, ой, прийти ко мне на стрим с ноутбука или с компьютера. Да, с компьютера. Так что я тоже попробую запустить стрим. Ой, что такое? А может, ну сначала я покушаю, наверное,
то что неудобно. Так ты хочешь тоже так с такого сайта выходить, да? Это не программа, это сайт. Скачивать не надо. В Гугле пишешь рестрим, да, и все, да? Ну да, регистрация... Подожди, а если, допустим, рестрим, ты, ну, проводишь ты свой рестрим, а я захожу со своего канала, ну, с телефона провожу рестрим, и ты меня можешь видеть это, ну, на другом гаджете, ну, на другом, да, компьютере, ой, или... Ну, по идее, можно видеть, да. Вот что делать? Не получается бесплатно там совместно? Не-а. Ты там... С приложения YouTube можно попробовать. Совместный стрим? Ну да. Ну если что, я тебе приглашу. Я не буду так делать, сразу говорю. Не-не-не. У меня приложение на мобильном глючит. Не смогу. Не. Никак. Ну что, увидимся. До новых встреч. Всем спасибо за внимание. Кто будет смотреть повторе стримбоди, пишите комментарии, понравился ли вам такой формат. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто желает спонсировать, чтобы у нас были такие прям совместные стримы, то есть куда задонатить Вовану и куда задонатить Сереге Днепровскому. Ну, ты прям молодец. Ты все за меня сказал. Ну, вот, короче, донатьте, ребята. Рад был увидеться с Серегой. И с вами был Вован Тур. Днепр, Киев, марафон, телемост. Всем привет с Киева, всем привет с Днепра, кто идет смотреть. До новых стримов. До новых встреч, до новых стримов. Пока.